что я задумал, что Жириновский на Валю ходить. А есть еще варианты, да? Есть вариант. Вот, например, Нурдан Сабуров, он уроженец Степногорска. Как же, да. Ну, может, кто-нибудь вспомнил, это парень, который на ЧБД и вообще стендап постоянно замечен. Ну, вот. Когда-то в Степногорске начали там завод строить, там туда усидим, ну и место вот не понравилось, они позвали Сабурова, типа, ну чувак, ну ты вроде как медийный, давай-ка вот помоги нам, подержи, чтобы ты подходил, никакие утилизировали. Он, значит, пришел, ну, осветил, и вроде как строительство заморозилось. Ну, а теперь в связи с этим Сабурову предложили возглавить пост